сегодня будет лютейшая заруба. Кирика и 12 ступеней на хатобе. Всем привет, дорогие друзья! Вы только посмотрите, какая у нас погода в Харькове настала. Наконец-то мы дождались, пока можно будет выехать в стрит. И вот по традиции снимаем для вас первый стрит в Харькове. Пацаны, погодка просто шепчет для того, чтобы выехать покататься. Сегодня покатаемся, поделаем трючки, поснимаем бенгеры, пацаны, для вас, чтобы вы были в шоке. Так что будет интересно, ребята. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Так, это Герман, кривобок. Приступает к выполнению трюка. Так это этот. Будем снимать мой день, тебе надо накуриться, чтобы ты не был такой серьезный. Ну это если только ты проспонсируешь. Так, ребята, все помнят, когда Монгол делал барспин с вот этих 7 ступеней? Я за 2000 лайков под видосом сказал, что уговорю Монгола сделать бар с 12. А косаря лайков, я заставляю Монгола сделать отсюда бар спин. Я ему написал, Монгол засал. И когда я скинул скрин себе в инстаграм, что Монгол засал, мне Кирик написал: «Та, изи, сделаю с 12 на изи». Так что, ребята, время пришло. Сейчас Кирик сделает бар спин с 7. А потом покатит на 12. Посмотрим, получится у него сделать с 12 вместо Монгола. Или все-таки засыт, как Монгол. Так что, ребята, сегодня будет лютейшая заруба. Кирика и 12 ступеней на хатобе. Не переключайтесь. Пиздец, что? Ебать тебя с 12 там бы распидорасило. Что за хуйня? Что? Так ступенькам, блядь. Ну что? Ничего не почувствовал вообще. Ну все, тогда крути. Ничего не почувствовал. Брат, ты только... Я ничего не почувствовал, ну типа, блядь, ни приземления, ни полета, вообще нихуя. Ты только не переживай, машину, если что, мы остановим. Вообще, так что не... Ну или они тебя. Ну да. Понял, все странно, типа, еду, ветер пиздец. Слетаю и все, ветра нету. Давай, брат. Так вот, короче, блокируем транспортное движение. О, сейчас делаю. Так, пацаны, очень плохо снимать здесь из-за того, что трафик машин лютый, трафик людей. Просто все идут, никуда не смотрят по сторонам, машины едут, и Кирику приходится по 5 минут стоять на разгонке. Липтон. По 5 минут стоять на разгонке, ждать, пока проедут машины и пройдут люди. Но я надеюсь, что... Не, самое хуёвое — это машины и подъезд, и ветер, и все. Надеюсь, короче, сейчас у нас все получится, машины нам дадут сделать барспин, и люди тоже. Да? Сейчас будет. Не слышишь? Нет. Как тебе первые попытки? Первая хуёвая была, вторая выдернула нормально, сейчас сделаю. Ну сейчас говорит, будет. Потому что мы тут всей группировочки стоим, ждем машины, вот так вот постоянно подъезжают парковаться. Но мы их прогоняем и говорим, что мы здесь снимаем кино. Если я сейчас не кручу, то, блядь, я даже не знаю, бутылку у меня в анал до талого суем. Хорошо, Кирик, договорились. Запомнили. Да мы тут кино снимаем, подождите, проедьте дальше, здесь занята парковка. Женя Сухан. Спасибо. Короче, вот так вот нас постоянно атакуют машины, чтобы припарковаться на это место, но мы тут заняли уже минут 20, стоим и никого не пускаем сюда парковаться. Ради одного трюка. Давай, Кирик. Когда тебе говорят, давай, едь, ты едь, мы блокируем
мы блокируем движение, понимаешь? Все, не смотри и не думай о дороге. Думай о трюке. Братик, ну подожди, я тут снимаю, нельзя велосипеды трогать, понимаешь? Ну это наш велосипед, ну нельзя вам кататься еще. Как канава называется? Анальная пробка. Короче, понял? Вот не смотри на дорогу, мы все блокируем, пацаны все четко делают. Да, я понял. Так что давай, удачи тебе, сейчас сделай. Давай, братишка. Вот это попытка. Он на руль не напоролся? Да нет, он на первую напоролся. Блять. Что, ногой? Ногу нахуй подвернул. Да ну... блядь, я просто нахуй потерялся и все, сейчас сделаю. Ты сейчас еще будешь пробовать? Ну, наверное, блядь, если нога нахуй. Все норм будет, просто, блядь, подвернул пиздец сильно. Что болит? Прыгнул по-еблански, блядь, проглотил ступеньку. Из-за этого в нос дайв полетел. Следующий, собираем Кирику на лечение. Реквизиты в описании. Такое вот падение было от Кирика. Подвернул, говорит, ногу. Ну сейчас посмотрим, восстановится он или нет. И будет добирать. Или не будет. Посмотрим по состоянию его здоровья. Ну попытка была очень лютая. Братик, ты там сильно ногу, мне кажется, минусом подвернул. Потому что я только что смотрел на видосе, там очень нога у тебя завернулась. Вот здесь, по-моему, вот, нет. Смотри. А тут? А, ну это связочка, это не кость. Так, ну что, Данила, Шрец? 1000 лайков. И ты будешь делать VIP? VIP. Реально? Да. Без пизды? Без пизды. Собираем, пацаны, 1000 лайков, и Данила Шрец сделает отсюда Tail VIP. Посмотрим, вывезет за базар пацан или нет. 1000 это немало? Нет. Короче, 1000 лайков, и Данила Шрец будет отсюда делать VIP. Пацаны, мне кажется, стоит вам нажать на палец вверх и увидеть лютое мясо от Данила Шреца. Надеюсь, у него получится, он не развалится так же само, как Кирик только что. Но надеюсь, Кирик восстановится и доберет этот барспин. Просто Кирик такой маленький мальчик, а я покрупнее, ну, да, поэтому мне будет легче делать. Такую, ну, посмотрим, посмотрим. Так что вот такое, пацаны, у нас сегодня контент. Тупо бенгеры лупит Кирик, но не фартануло. Поскочил. Я лом, да, блядь, как можно с бара проебаться, сука. Я тебе говорил, что надо было хорошо размяться, подготовиться. А ты говоришь, да изи. Так, блядь, изи, там говорит мне. Нахуй нет. Да ни хрена себе нет. Что, говорил изи? Говорит, изи, сделай на изи. Вот вам, пацаны, изи. Надо готовиться к трюку морально и физически, а не просто кидаться. Если ты умеешь барспин с борта и барспин с 12, это совсем разные вещи, пацаны. Так что к этому надо подходить с умом, а не просто так кидаться на удачу, да? Конечно, и вообще надо убрать все вот эти вот медийные приколямбы с лайками и так далее. Же по-любому хотел, комментарии ставили. Да. Хотел, по-любому, иначе я разминался. Ну лайки ставьте, пацаны. Да. Лайки ставьте, потому что если не насобираем 1000 лайков, Данила Шрец не будет прыгать с 12 ступеней тейлвипом. Да. Напоминаю еще раз, 1000 лайков, и Данила Шрец убирается, как Кирик с 12. Не, я в него верю, пацаны. Он бугай, он там, он в метро там провалится, мне кажется, быстрее, чем ногу подвернет. А что тут барспин делает? Что ты слышал? Где катаешься? Без подъезда такой выход, я выхожу из подъезда. Ладно, я шучу, не, ну сложно, конечно, но я думаю, я сделал бы. Но хуй знает, это не в моем репертуаре. Ну, может, когда-нибудь попробую, когда сильно буду уже разочарован в своей жизни. Сделаю барспин оттуда и все. Thank you.
Ребята, вы только посмотрите, сколько народу просто собралось сегодня выехать, первый стрит покатать. Если бы всегда так катались в Харькове, было бы вообще отличная движуха. А так бы и микс в Харькове у нас умирает потихонечку. Все в парках катаются. А пока парк у нас весь в снегу, во льду, пацаны катаются в стриту. И вот такая вот у нас сегодня банда выскочила кататься на сухих спотах, пацаны. Так что сегодня будем месить трюки до упаду. Пока холодно не станет. Класс. Вообще, мне нравится, когда такая большая движуха у нас в Харькове. Но так бывает не всегда. Все висят во скейт-парках. Воу! В бушлате стою. Че не катаешься, Мекас? Повредился. Камеру смотри. Что повредился? Коленом повредился. И что с коленом? Порвал мениск. Угу, что? Долго не кататься? Угу. Ну все. Сломался велик у меня? Не знаю, врачиха сказала моя, что мне надо 10 дней пропить таблетки, потом прийти на повторный осмотр. И? Что и? Кататься можно будет или нет? Это ж неизвестно еще, что она скажет, как там идет динамика заживления. В общем, пока без операции, да? Ну, сказала, что не надо спешить. Это, блядь, как у этого малого. Ну, слава богу. Здоровья тебе и коленям. Такие вот движухи у нас происходят на Хатобе. Чуваки, кому нравится видос, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вас ждет незабываемый контент на моем канале. Здорово всем! Потанцуй! Танцуй! Здорово всем! Я Рискованная колонка могла быть. Мне правда...